Вот хочу снять. Всем добрый день, доброе утро. Это наш большой коридор. Сегодня придут ставить библиотеку. Это маленький коридор. Вообще, это был подъезд, мы его забрали. Вот. Запечатлим его с вами. И будет у нас красиво. Со всякими шкафчиками. Это я так подвинула стол. Сбылась еще одна моя мечта. Мы работаем и все делаем для того, чтобы наши мечты сбывались. Всегда хотела в большом коридоре себе библиотеку. Вот сегодня моя мечта сбылась. Моя дорогая сестра. Она сейчас вам покажет, что в итоге у нас получилось. Это шкаф. Закрытые шкафы. Теперь будем их наполнять. Заполнять. Закрыли вот так углы. Тоже всякие вазочки маленькие. У меня всякие есть. Очень красиво. Вот такой угол сделали. И вот такой пенал. Пенал. Который будет служить тоже под ней, под всякие мелочи. Верьте, мечтайте, все обязательно забудется. Господи. Мне сейчас нужно быстренько догладить, что я не догладила, под кондиционером встала. Пока сидим, сестрой болтаем, нужно доделать. Потому что сегодня с этой библиотекой никуда и не вышла. Никакие дела не сделала. А делать нужно. Поэтому сейчас мы быстренько все это сделаем. Готовить мне не нужно, поэтому мы кайфуем. Всем хорошего вечера. Перегладила то, что было. Вот только присела. Вот. Постельное поменяли. Теперь с сестрой сидим. Будем обмывать всем кости. Да? Готовьтесь. Ну, кому всем? Всем нашим недругам. Будет посыл такой. Как хорошо, что мне не надо сегодня готовить. Сплит включен. Иначе бы кладить. У нас очень жарко. Жара не прекращается. Вот. Сегодня было много дел по работе. Ничего не получилось из-за библиотеки. Но я очень все равно довольна тем, что сбылась моя мечта. Маленькая, но мечта. Всегда хотела этот большой коридор чем-то. Ну, именно такими стеллажами, шкафами задействовать. В этом году у меня все по плану сделано пока. На следующий год у меня холодильник, и я хочу хороший очень камин в зал. Поэтому надо работать, все делать, не жалеть себя, и все по плану. Сестра не хочет, чтобы я ее показывала, хотя она не очень красивая, самая красивая. Но она вам передаст привет голосовым. Я передаю всем привет. Конечно. Она самая лучшая. Да, мы две самых лучших в мире. Лучше нас в мире людей нету. И наших детей лучше нету. Завтра, надеюсь, нам нужно с сестрой доехать до одного места еще. Потом, завтра, мы поедем к ней после всех дел. Лида собирает ее замечательную кухню, все покажет, все расскажет. Очень красивая квартира в новом доме. И очень красивая кухня. Завтра нам доделают. Тот же мастер, что и у меня. У нас один на двоих с ней мастер мебельный. Вот. И у нее вообще вам всем очень понравится. Ну, а пока. До завтра. Всем хорошего вечера. Мы очень любим с сестрой хорошие сухие белые вина. Вот. Даша принесла.
Sauvignon Blanc 19 года. Ну, такое молодое очень вино, чилийское. И мы свою библиотеку новую решили отметить по фужерчику очень хорошего вина, так как мы после 8 вечера с ним не кушаем. Так бы мы сейчас сделали виноград, сыр бри мы очень любим с белым сухим вином. И хотим вам всем пожелать хорошего вечера. Ну и за нашу новую библиотеку по фужеру шикарного белого вина. А завтра новый день.